Она... Книга моей любимой «Манджаст» – это итог 15-летней работы студии, литературной студии, основанной великим харьковским поэтом Марком Богославским. И студия называется «Третий цех». Да, действительно, мы сначала попытались взять вот такой хороший повод и по этому поводу высказаться. Книгу эту я сверстал стильно и красиво. Все, что «Манджаст» написал, я набрал курсивом. Все, что набрано курсивом, это слова Николая. Ответ Николая последовал незамедлительно. Я слушал Бондаря внимательно, он сочиняет занимательно. При всем при этом всех нас любит и правду режет, колет, рубит. Это он обратно. Вы понимаете, в этой книге каждый из авторов для меня открылся совершенно с неожиданной стороны. Ну и в общем-то, это прекрасно. Вот я, так сказать, автор рядом, пусть он прочтет вот это четверостишие. Поделиться хочу с вами мнением. Расскажу все как есть, без остатка. У меня есть проблемы со зрением. Я не вижу своих недостатков. Николаю Манджасту от Олега Бондаря. Не сразу мы друг друга познаем. Скажу тебе без тени укоризны. Наверное, это свойство нашей жизни. Перед собою видим водоем, не чуем омута, что затаился в нем. Неведом страх коварной глубины. И нам в кристалле многогранной призмы не сразу грани разные видны. Глаз чужой на строчке не задержится, он не понимает наших игр. Посмотрел, в руках котенок нежится, не увидел, так родится тигр. Ты спи в стихов отравы тонкой, боли не почуешь и не надо. Камушек вдруг выпрыгнул мышонком и в долину рухнул камнепадом. Ну, это что-то синодание, я даже забыл, что я это писал. Во мне всегда сомнение вызывает, какой ответ есть правильный из двух, что верно, тело духом правит, или, быть может, телом правит дух. Вот. И, казалось бы, за шутливыми фразами человека, который все видит в юмористическом свете, не сразу угадывается тончайший лирик, который умеет первым посмеяться над собой. Николаю Манджасту от Олега Бондаря. Как жизнь прожить, чтоб душу не изранить, об острую границу хрупкой грани той, о которую судьбина так жестоко крушит наш мир болезненно до срока. Течет поток сквозь нас, сквозь образы и звуки. Камин давно угас, устало никнут руки, и легким облаком плывет печали час. А созданное нами бытие, картины жизни, вписанные в рамы, природа отнимает, как свое, стремительно, нещадно и упрямо. Жизнь — краткий миг в надеждах и мечтах, в нетленном слове, звуки быстротечном. Все в мире время обращает в прах, но светлые истоки бесконечны. Ну, тут, конечно, я ничего не могу сказать, это он все сказал. Вот, это. А я уйду в сторонку. Да, это я когда издавал свою книжку «В ритме жизни», я там, ну, естественно, это все же под эгидой клуба «Визбора», я всем друзьям написал посвящение, ну, кому, сколько строчек. Неплохо получилось, по-моему, президенту нашего клуба 8 такая.
Ну и в качестве, конечно, я не мог обойти Олега Евгеньевича. Я посвятил такие строки. Кстати, в интернете он известен как не Олег Евгеньевич Бондарев, а Купер Д. Это все случилось, братцы, не случайно и не вдруг. И последних лет 15 он товарищ, не и друг. Ни крутой он и не барин, ни красавчик из кино. Но то, что славный парень, это понял я давно, внешне выглядит не слабо. И во все дела сведущ, и к тому же трижды папа и еще любимый муж. Он из тех людей не гордых, может делать все, что хочешь. Тут же подбирать аккорды и варить супруги борщ. А в работе, между прочим, долго он и эрудит. Он буквально дни и ночи за компьютером сидит. В общем, в стиле Джеймса Бонда он повсюду и везде. Он же ведь не просто Бондарь, он еще и Купер Д. Купер Д — это моя, так сказать, боль большая. Вот. Почему Купер? Это просто Бондарь по-английски. Но самое интересное, что вот эта аббревиатура Купер Д. Д. Откуда Д? Д — это Дэнди, папочка. Трое сыновей, все Куперы. Начинаю как-то было отличиться. Поставил Купер Д. И что сделали англичане? Они выпустили малолитражку, и она называется один в один Купер Д. И когда я теперь набираю Купер Д, мне сразу предлагают шины, там, смывку, там, модернизацию Купера Д. Все за деньги. Но все за деньги. Единственное, кто, так сказать, вот прочтет стихи с удовольствием и не за деньги, это Ольга Валерьевна. Вопрос, почему мне дорог манжас? Или, может быть, манжос?